Авария в местечке Чыксыктывкара, произошедшая 21 сентября, унесла жизни молодого мужчины и его 4-летнего сына. Предполагаемый виновник ДТП отделался лишь ушибами. По данным свидетелей, он был под шофе. Сейчас фигурант уголовного дела в больнице, но уже под охраной конвоя. По решению суда в ближайшие 2 месяца, пока идет следствие, он будет под стражей. Ему грозит реальный срок. Но, как выяснилось, еще в мае горе-водитель был лишен прав за пьяную езду. А в сентябре, за несколько дней до рокового столкновения, он снова попался инспектором в нетрезвом виде за рулем и все-таки продолжал свободно колесить по городу. Вопрос, который задают все родители. Можно ли было избежать этого дорожно-транспортного происшествия? С точки зрения наказания этого водителя каким-то образом и уберечь трассу от его присутствия за рулем? И второй вопрос. Возможно ли рассмотреть тросовый барьер на этой трассе, где произошло ДТП, и в той же части тросовый барьер рассмотреть на Эжвинской трассе, которая называется «Долиной смерти»? Мы всячески поддерживаем вот эту инициативу. Безусловно, тросовое ограждение будет иметь эффект, по крайней мере, защиты от встречных разъездов, да, и встречных столкновений. Могли ли его кто-то там остановить? Ну, наверное, могли, да, если там экипаж находился, но, к сожалению, там экипажа не было. Поэтому все, что от нас зависело, все меры были приняты. К сожалению, вот Константин Григорьевич привел меру, да, на мой взгляд, очень эффективную, это изъятие транспортного средства за это нарушение, но у нас законодательство в Российской Федерации это не предусмотрено. Может быть, есть смысл еще раз выйти вот именно по инициативе, значит, временного изъятия, но это нужны там, в том числе и хранение тогда за счет лица, лишенного водительских прав, потому что такие вещи, конечно, на дороге не должны происходить. Не должны происходить. В причинах, я думаю, там следствие разберется. В конечном итоге информация до всех будет доведена, но случай, конечно, жуткий и вопиющий. Коммунальные организации и дорожники к зимнему периоду готовы, сообщают на комиссии ответственные лица. Однако оптимистичные прогнозы представители госавтоинспекции ставят под сомнение. В каждом 4-м ДТП за прошлую зиму сотрудниками ГИБДД зафиксированы недостатки в содержании дорог, причем как на трассах, так и на муниципальных направлениях. За период с ноября по апрель сотрудниками госавтоинспекции было выдано 883 предписания на устранение недостатков в зимнем содержании. Возбуждено было 117 дел об административных правонарушениях за ненадлежащее содержание дорог и неисполнение предписаний. Все недостатки впоследствии были устранены, но только после надзорных мер госавтоинспекции и трагедии на дорогах. Выяснили минусы и в работе системы весогабаритного контроля. Выявлены факты некорректного взвешивания и простоя некоторых пунктов из-за умышленного повреждения оборудования. Кроме того, водители большегрузов закрывают номерные знаки, массово замедляют скорость, проезжая датчики. Тем самым не только создают пробки, но и избегают наказания. До введения системы мы ездили в другие субъекты Российской Федерации, изучали опыт. Хочу сказать, что вот такое медленное движение, это впервые у нас здесь, в республике, впервые вот это, в кавычках, множество такое ввели перевозчики, такого нигде не было, потому что везде, где стояли системы до этого, в основном это транзит, субъект, у нас вот особенность такая. 9 миллионов за лишний вес. Столько поступило в бюджет в виде штрафов за время работы весогабаритных пунктов. В то же время на содержание постов ушло более 38 миллионов. Зафиксировано только одним постом по Усинску 26 тысяч нарушений, масса габаритных. Оформлено по всей республике, по всем рубежам, меньше 200 постановлений вступило в законную силу. Оформили 231, вступило в законную силу после обжалования, меньше 200, 35 отменено. По нашим данным. Это вот 194 я назвал, да. О какой эффективности хотя бы расходования бюджетных средств на содержание этой системы, не говоря уж о какой эффективности самой системы, вы говорите, я не понимаю. Да, тенденции определенные наметились по улучшению ситуации, тут безусловно, но тем не менее все ездят по дорогам республики и все прекрасно видят, что коренного улучшения ситуации, конечно, не произошло. Да, кто-то где-то покупает машины более легкие, там рамные и так далее, но
Это относится, может быть, там к единицам. Необходимо разработать меры и мероприятия для того, чтобы вот таких вещей у нас не допускалось. В том числе, может быть, эти действия необходимо надо согласовать с ГИБДД. Дорожный контроль Коми уже направил предложение в Госдуму об изменениях в законодательстве, которые позволят более эффективно использовать систему весогабаритного контроля, в том числе и о снижении скоростного порога при взвешивании до 3 км в час. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал «Юрган».